Давай покатаемся тут. User left your channel. User joined your channel. Гарпун, Катава, смотрите, они по этому окопу справа, который восточнее вас, они идут. Окей. Я их там подранил, пока они забегали. Но они все равно бегут, суки. Двое или трое. У вас есть чем ее выбить? Он в муке ходит, если подойдешь близко, то... Ну да. Но это еще надо подойти. Но я попробую через кусты. Блять, тут... Только бронебойная перезаряди, и ты можешь ей пушку стрелять, чтобы сломать. Чтобы она нам ничего не сделала. Да, по корпусу ее в бок шибану и все. Да я сейчас с Метисом выбьюсь, подождите. Есть панельная смесь. Все, нет. Пиздец, поливает.
Гранитис есть. Я вижу М2, но там свои бегают, да? Парни, там после М113 свои бегают? Забаговалась, короче, арма. Красный экран весь. Хотель пытаются отжать. А тебе надо сдохнуть и снова встать. Да, я знаю. Да я лучше, блядь, выйду, зайду. Это быстрее будет. Отель пехоты, да? Ну, горячая техника. Парень, меня слышно, да? Слышно. Отель пехоты? Нет-нет, подходит, пытаются обойти, я один не удержу. С какой стороны? С юга-запада. Да и с юга тоже. С юга-запада? С тылу? Не-нет, с фронта. Вот, а тут сидят, все оттуда. Вот метка, там точно пехотинец. Возле вертолета? Ну, почти, там. А Индия идет? Сколько? Ну, Индия сбил, и сейчас он начинает капать. А тут кикнуть нельзя. Нельзя кикнуть. Добил? Ладно, роль нельзя в поле поменять. Нельзя. Да, вот я на встречу метод обстреливать. Чего у него стрелять? Обстрел в гольфе с юга. Повтори. Когда вас повтори? Я ничего не говорил. Да, на Индию иду. Где я пометил, там и противник идет. Хотя бы еще одного на отель нужно. Бегут на отель. Где, блядь, не вижу. На юге. А, вижу, ёбаный, упал. Там еще один. Вот откуда он выбежал, там еще один. Азимут.
180. В смысле, он бронированный, блядь, или что с ним? Спасибо. На 180 я только одного видел. Там второй, там вот бункер, там точно еще один. Вижу в бункере одного. Но Азимут 204. Ну вот на 180 еще один точно есть. Более менее. Там черемок рядом валяется, поднимите на инди. Снял. Отлично. Так, я отойду, если что, я медик, я тебя подниму. Понял. Сейчас. А, вон, вижу, блядь, бункер. На 228. Оттуда трассера летят. Давай, давай. Вижу, вижу. Уходит налево. Бежит налево. В левый бункер ушел. На 202. Не вылазь так. Кто там за вертолет на метре? User left your channel. Бомбардер выехал. Так, давайте дымите и брать точку, чтобы не перехватили. Опять какой-то из этих. А центральную надо эту Фокстрот брать. Да, бежим, бежим. Да не бегите, там, блядь, вас расстреляют нахуй. Ну а что делать? Мы проигрываем по тикету. Тикет. Ну да. Давайте с дымом наступаем. Лежим. Там есть еще БРМ-1К со 100 мм фугасницы. Я сейчас пойду второго поднимать, ты не высовывайся, пока я не подниму. Мы идем, ладно? Сзади дошли. Сзади, по окопу. Верху, забей. Пошли на юг ровно, сзади окопы. Сзади по окопу лежу там. Да плевать. Joined your channel. User left your channel. User joined your channel. У них он Брэдли. Или что? User left your channel. User joined your channel. Убилтесь. User joined your channel. User joined your channel.
200 техника едет, машинка. User joined your channel. User joined your channel. Рекса, Рекса подними. Они на гольфе, короче. User на 260 от отеля пехотинец в бункере. Да. Спасибо. На 260 там пехотинец убежал. Понял. Все нормально? Сейчас. А еще Мартина. А сейчас. Он сейчас пойдет наверняка к гольфу. А, ну вон 61 рус пошел его перехватывать. Давай. Ты только не выходи это, туда далеко, я тебя не достану. Понял. Вижу Брэдли. Вижу Брэдли. А зиму такого. Да было бы чем его выбить. Страшно. Поставь битку хоть. Сейчас. Он на коробник стоит. На 260 от отеля Хаммер едет, пулеметный. Вижу. Это, то ты не сможешь победить ему. Да я на машине прям вплотную к нему подъеду. А, ну если только так, но, блять, он тебя заранее наметил. Ну я в объезд полный поехал. Точную метку мне на него.
сейчас где он стоит? Блять, мало только примерно. Скорее всего, он точно и стоит. Вот. Пусть коровников. Отлично. Сейчас посмотрю. Да, он там стоит. Сейчас поставлю точнее метку. Да, не боюсь, увижу. Короче, там он стоит. Здесь прям на него, он на тебя сейчас смотреть будет. Сзади него сейчас. Стой, 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 ты далеко уезжаешь. Вижу, вижу. Disconnected from your channel. По нам, что ли? О, да ну нахуй, я еще кого-то рандомной пулей убил. Куда ему лучше стрельнуть? В бок сразу? Да, бочину там, где решетка, короче. Видишь, не шевелишь. Одна, сука. Ему... Сейчас смотрю. Ты попал? Давай я ему в жопу стрельну. Ну, стрельни еще раз в башню, а не в жопу. 50 метров поставь, подойди на 50 метров, прям в башню стрельни. Прям в башню стрельнул. Ты хоть попал? Да. Там прям кумулятив пробил. Чё? Похоже, он все еще катается, но без башни. На гольфе противник, надо идти гольф защищать. Лежи, вылечу. Hugh. I don't speak Russian. Don't move. User joined your channel. Давай. Окей. Окей. Я убил стрелка. Все, он ее будет отсюда. Enemy infantry, IT, green smoke. Так, Брэдли, хамбик активен. Убил на огонь противника. Отеля на западе пехотинец.
6 берет, не берет. А то я не знаю уже, чем по ним долбить, блин. Две мухи вся впитал и все, хоть бы что. Бля, вообще, мы походу не играем, мы походу, блядь, сидим, какой-то хуйней страдаем. Да и чё такое? Чё? В вертолете пехотинец, за вертолетом. Понял. Там в траве лежит, блядь, не бейте. Пиздец. Сзади. Сзади идет. Справа. User left your channel.
80. Это в окопе. Слышишь? Слышишь? Залагаю. Бесед. Да вообще. Ты живой, нормальный. Сейчас на вас будут. User left your channel. All teams, objective secure. Good work out there. На отеле еще одного или двух бойцов.
отель сейчас будут брать. Нужен бойцы.